Сегодня 25 мая. Уже началось цветение винограда. И в это же самое время пошли дожди, что не способствует хорошему опылению соцветий и завязыванию ягод. На кустах с функционально женским типом цветения необходимо проводить доопыление пуховками вручную. Или же проводить мероприятия, заменяющие ручное доопыление, то есть обработку гибереллином. Гибереллин – это белое кристаллическое вещество, малорастворимое в воде, хорошо растворимое в спирте, малотоксичное для пчел, насекомых и для человека. Было выделено в 1926 году в Японии. Ученые обратили внимание на кусты, на посадки риса. Некоторые кусты вырастали в два, а то и в три раза больше своих собратьев. Так называемый гигантизм риса. После некоторых исследований было обнаружено, что они заражены грибком, который выделял некое вещество. Это вещество было выделено из грибка и получило название гибереллина. Это вещество оказалось регулятором роста. Оно влияет на рост плодов растения, на интенсивность роста самого растения, на скорость прорастания семян и еще очень много полезных функций у этого вещества. Гибереллины или гибереллиновые кислоты, они вырабатываются самим растением и присутствуют в каждом растении. Количество, общее количество гибереллинов влияет на рост плодов. Вырабатываются гибереллины из семян, это в частности в винограде, из виноградных семян. То есть при плохом опылении и плохом оплодотворении ягод, при недоразвитости ягод и семян, количество гибереллинов в ягоде очень низкое. То есть рост ягод слабый, и появляется мелкоягодность и горошение. И наоборот, чем крупнее и чем больше общая масса семян в ягоде, тем крупнее и ягода. Таким образом, если внести на ягоду гибереллин, добавить извне, в частности опрыскиванием, то рост ягод резко увеличивается, и часто ягода может увеличиваться в размере до 2-2,5 раз. То есть из неопыленных ягод получаются нормальные, полноценные виноградные ягоды. Сегодня мы говорим с вами больше о теории. Наиболее отзывчивы на обработке гибереллином бессемянные сорта винограда, кишмиши. Также хорошо поддаются обработке, реагируют на обработку гибереллином сорта с функционально женским типом цветения. Двуполые слабо реагируют на эту обработку. Из двуполых более-менее неплохо реагируют на обработке гибереллином сорта, склонные к горошению. На сортах бессемянных, кишмишных, нужно применять гибереллин в концентрации от 50 до 100 мг на литр. На сортах функционально женским типом цветений 50 мг на литр. Наносится раствор гибереллина на соцветие в период полного цветения или через 5-7 дней после окончания цветения. Что дает нанесение гибереллина извне? Увеличивается до 2 раз, увеличивается размер ягод, даже без семян, то есть повышается бессемянность ягод, увеличивается сахаронакопление, и что очень немаловажно, сокращается срок созревания на 5-7 суток. То есть вы можете получать свои ягоды раньше, что очень удобно при реализации ваших ягод на рынках.
Очень важным условием при обработке кустов соцветий, в частности гибереллином, является правильное кормление, достаточное кормление ваших кустов. То есть это своевременное и полноценное удобрение кустов, своевременные поливы, кормление микроудобрениями по листу и проведение, естественно, проведение, своевременное проведение зеленых операций. То есть обработка гибереллином ни в коем случае не отменяет проведение агротехнических мероприятий. Даже наоборот. Удобрения, поливы, зеленые операции должны проводиться постоянно и систематически. Должен вас предупредить, что подбор концентрации гибереллинов должен проводиться индивидуально для каждого участка. То есть одной концентрацией вы опрыскиваете 2-3-4 соцветия, другой концентрации еще столько же, а затем смотрите на результаты и делаете выводы. Потому что несоблюдение концентрации, или даже ее превышение, может дать очень плохие, противоположные результаты. Может быть, появится и мелкоягодность, и горошение. При превышении концентрации происходит одревеснение гребня грозди и уменьшается усилие на отрыв. То есть пока вы довезете свои грозди до места реализации, половина ягод может осыпаться. То есть это мероприятие, которое требует большого внимания. В следующий раз, в следующем видео я покажу вам, как мы обрабатываем соцветия на сорте флора, он же лора. Это будет в период полного цветения через 2-3-4 дня. Спасибо вам!